Всем привет, с вами Чан Вова, я нахожусь в игрушку в мод Granny Master Rose Castle. Блять. Хорошо, ладно, давайте я сейчас буду начинать, поехали. Так, давайте-ка я не буду пропускать. Автор мод сделал Тугу Знейк, если что. Автор мод сделал Тугу Знейк, если что. Потому что я уже это знаю. Так что. Да что за музыка-то такая трогательная? Музыка трогательная. Капец, ребята. Ладно, давайте-ка я пока что не буду вспоминать о плохом. Давайте я начну, пожалуй. Так, я возьму этот ключ. Ой-ой-ой, так, за мной сейчас, меня сейчас Гренни так грохнет, падаю. Забираю арбуз, ой, блядь, кокос, ладно. Беж... Чё за ху... Ладно. Найтмэр. Бежим. Это что за такое трогательная музыка? Такая хорошая и прикольная. Как будто я тут что-то тут чувствую. Ребята! Вы сейчас пока что ничего не понимаете, но я, может, где-то тут расскажу. Почему я так уже начинаю тут волноваться? Да, друзья. Вы не ослышались, да. Я тут начинаю тоже тут волноваться. Хоть тут что-то тут плохое или хорошее вспоминать, но я вспоминаю тут самое хорошее. О! Ладно. Вот, трогательный. Но прикольный, да. О, молоток. А, не-не-не, я его, наверное, сейчас возьму. Потому что сейчас бабка будет за мной куда бегать. Друзья! Я вам кое-что хочу тут рассказать видео. Я потому что сейчас грустный, этот мод трогательный. Музыка специальная, которая, может, тут что-то тут вспоминает. Или тут что-то тут хорошее, тут детственное, например, вспоминает. Я не понимаю, ребята, о чем я сейчас говорю, но не переживайте, друзья, я вам сейчас все объясню. Музыка такая трогательная. Блин, мне это больно говорить, но я вспоминаю своего лучшего друга, который я его никогда не забуду. Который я сейчас говорю, вы думаете, что он умер? Нет, он не умер, он живой, я надеюсь. Так, мой лучший друг Кирилл Морозов, с моего садика, я вам так скажу. Я сейчас тут вспоминаю, музыка для меня трогательная. Я тут вспоминаю своего лучшего друга Кирилла, который я его никогда не забуду, и может я его уже никогда в своей жизни уже не увижу, к сожалению. Я не знаю, так, может быть не так, может я его когда-то в жизни увижу. Мне это больно говорить, я не понимаю, о чем я сейчас. Я тоже чуть-чуть начинаю так это расстраиваться и грустить, к сожалению. Мой лучший друг Кирилл Морозов, который я его никогда в жизни не забуду, и может я его никогда его в своей жизни уже не увижу. Ну, хотите, можете не знать его, но... Ну, это садика, если что. Лучший друг Кирилл, который мы с ним всегда в садике тут что-то тут не вытворяли. Это самое то, мы с ним баловались. Мы с ним, к сожалению, баловались. Ну, тут это, мы иногда любили хулиганить. А потом нас когда-то наказывали.
нас просто отправляли на тихий час. А мы в такое время не спали. Я помню, как я в садике один раз не спал. У меня был старый сенсорный телефон. Я в нем играл Drive Ahead. Я любил в эту игру, да, это, в эту, ой, блядь, в эту игру играть. Drive Ahead — самая прикольная игра, но вы знаете эту игру. Мод такой трогательный. Прикольный такой. Ах, блин, я не знаю, как говорить сейчас. Это трогательно. Блин, ребята. Ребята, поставь лайк, подпишись на мой канал, если ты тоже вспоминаешь своего лучшего друга или подругу Сади, который ты можешь никогда уже не увидеть в своей жизни. Если это так. Мод трогательный, прикольный. Вспоминаю тут что-то тут хорошее. Например, своего лучшего друга. Я не знаю как. Далеко не так. Но... Короче, друзья, я своего лучшего друга никогда в жизни не забуду. И его, может, никогда не увижу. Да, это так. Не, у меня есть друзья в городе с Волгодонска. Я их вижу, ну, их садика, ну. Андрей, например, тут. Вижу я тут еще. А Мател тут, Соню, Миху, Машу и так далее. Ну, вот самый трогательный — это Никита. Ой, блядь, Кирилл. Да. Капец. Ебать. Ай, блядь. Больно вспоминать. Я не знаю как. Лучший друг, так. Тугу знаек. Короче, друзья, давайте я буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока. Я не знаю, как сейчас говорить. Грустно мне это все. Короче, друзья, всем пока.